построить такой товарищ, показать, как он это живет. Это просто не цилиндрованный, он тесанный. Да, цилиндрованный. А я думал, что он будет дикий совсем такой, знаешь, не обшкуренный никакой. Оно такое дебелое, здоровое все. Я говорю, непонятно, а что с окнами? Что окна какие-то? Туда ж хуй. А что это? Опа. Какие-то бойлеры. Вот этот дом на 160 метров, он какой-то малюсенький внутри смотрится. Так заходишь, вообще ничего. Просто сруб себе и сруб. Маленький. Да что лишь, Боба, смотри. Ходишь. Ну. Подожди, вот это коридор, тут лестница пошла наверх. Да. А, так подожди, это мы сейчас на одном этаже. Да, еще на этаже, там спальня. Кабинетик. Ну сколько тут кабинетик? 12 метров. Раз, два. 3.5 на 3. Ну да. Да нет, вообще 10 метров получается. Окошечко. Впереди галявинка. И зал здесь метров 35-40 где-то, да? Раз, два. 7, да. Ну метров 40. Тут 5, там наверное 6, да? 7-6. Слышишь, а вот эта прокладка из чего? Лен. И он должен где-то год выстояться, правильно? 3 на 2 вот. Одна есть, да? И раз, два, 3 на 2 на 3. Еще какая-то комнатка.